Добрый день, мои хорошие! Сегодня я продолжаю запрос моей подписчицы. Прошлый понедельник у нас был урок про географию. Я объяснила самые важные слова, которые связаны с этой темой, а сегодня мы с вами будем углубляться далеко-далеко в далекие страны. Да, сегодня урок я постараюсь сжать, потому что много стран будет озвучено. Я посмотрела по статистике, кто меня смотрит. Большое спасибо, это чаще всего Франция, оказывается, Россия. Ну и много таких популярных стран. Если какие-то страны я не назову сегодня, то в комментариях вы можете спросить, как будет ваша страна. Итак, готовы? Конечно же, первая часть будет больше европейская часть, все европейские, да, страны, ну и, конечно же, такие более популярные, да. Не весь, можно сказать, земной шар сегодня мы будем проходить. Ну что же, страны. Le pays. Давайте вместе. Le pays. Le pays. Нам слово уже знакомо. В том уроке географическом у нас было это слово, но мы еще раз его произносим. Le pays. Le pays. Отлично. Итак, ну куда же без нее? Первое, да, самое главное, у нас же французский язык. Франция. La France. Давайте вместе. La France. La France. Молодцы. Россия. La Russie. La Russie. La Russie. Давайте вместе. La Russie. La Russie. Далее, Германия. Ля-ля-мань. Ля-ля-мань. Сочетание Г и Н здесь читается как Н, мягкое Н. И получается ля-ля-мань вместе. Ля-ль-мань. Молодцы. Дальше, Швейцария. Очень хочу поехать в эту страну. Привлекает она меня. Можете мне написать в комментариях, кто там побывал и насколько там красиво. Ля-сюис вместе. Ля-сюис. Ля-сюис. Молодцы. Швеция. La Suède. La Suède. Вместе. La Suède. La Suède. Молодцы. Так, Австрия. L'Autriche. L'Autriche. Вместе. L'Autriche. L'Autriche. Угу. Дальше. Испания. Тоже красивая страна, да? L'Espagne. Тоже самая история. Г и Н. Мягкая. Н становится из-за этого словосочетания. Г и Н. Это не получается, да? L'Espagne. Давайте вместе. L'Espagne. Молодцы. Дальше. Италия. L'Italie. L'Italie. Здесь как бы Италия это Италия, и здесь артикль с гласной буквой, и получается L' апостроф, да? Получается L'Italie. Давайте вместе. L'Italie. Чехия. La Chéquie. Во французском языке нету буквы Ч, и чаще всего ее заменяют на как ше, мягкое ще, и получается как бы смягчить, да? La Chéquie. Давайте вместе. La Chéquie. La Chéquie. Угу. Так, Кипр. La Chypre. Как шифр, да, по-другому. La Chypre. Вместе. La Chypre. La Chypre. Молодцы. Так, Финляндия. La Finlande. Вместе. La Finlande. Еще разочек. La Finlande. Угу. Так, Норвегия. La Norvège. Очень красиво звучит. La Norvège. La Norvège. Отлично. Дальше, Венгрия. L'Hongrie. L'Hongrie. Вместе. L'Hongrie. Угу. Далее, Англия. L'Angleterre. Дословно во французском языке это переводится английская земля. Terre – это земля. L'Angle – Англия, английская, да? L'Angleterre, а то заговариваюсь, да? L'Angleterre вместе. L'Angleterre. Молодцы. Турция. La Turquie. La Turquie вместе. La Turquie. Отлично. Дальше. Латвия. La Lettonie. La Lettonie. Угу. Литва. La Lituanie. La Lituanie. Вместе. La Lituanie. Угу. Дальше, Румыния. La Roumanie. Вместе. La Roumanie. La Roumanie. Отлично. Дальше, Бельгия. La Belgique. La Belgique. Вместе. La Belgique. Угу. Дальше, Ирландия. L'Irland. L'Irland. Еще разочек. L'Irland. Угу. Дальше, Польша. La Pologne. La Pologne. Вместе. La Pologne. Молодцы.
Так, Греция. Очень хочу поехать в Грецию. Обожаю вообще эту страну, то есть наслышана про нее. И прям это моя мечта, можно так сказать. Ля Герес. Ля Герес. Еще разочек. Ля Герес. Отлично. Нидерланды. Очень неоднозначно звучит и к тому же во множественном числе. Ле Пейба. Ле Пейба. Ле Пейба. Здесь дословно переводится «страны низкие». Получается так, у нас французы, да, решили так это назвать. Ле Пейба. Ле Пейба. Молодцы. Так, Дания. Ле Данмарк. Ле Данмарк. То есть здесь, как мы видим, не читается Данемарк, а читается Данмарк. Ле Данмарк. То есть «э» здесь не звучит. Дальше, Эстония. Ле Эстони. Лестони вместе. Лестони. Угу. Люксембург, да? Произносится Le Luxembourg. Le Luxembourg. Еще раз. Le Luxembourg. Откуда взялось ам? Потому что ЕМ это читается как ам, ам через нос. И отсюда и вот это произношение. Ну да. Le Luxembourg. Угу. Так, Черногория. Ну, просто молодцы французы. Мне безумно нравится, как звучит Черногория. Вы сами оцените. Послушайте. Le Montenegro. Le Montenegro. Отлично. Le Montenegro. Великолепно. Так, Словакия. La Slovaki. Ну, тут очень легко. La Slovaki. Угу. Так, Казахстан. Буквы Х тоже нету. И чаще всего буква Х во французском языке заменяется на К. То есть, если фамилия, например, с русского на Х, что-то с буковкой Х связано, то они на К ее заменяют. Le Казахстан. Le Казахстан. Le Казахстан. Мы уже ушли почти с Европы, да? Двигаемся дальше. Так, Украина. Люкрен. Люкрен. Я думаю, что вы уже нашли, да, свою страну и рады, да, что сегодня она озвучена. Люкрен, Люкрен. Угу. Китай тоже хочу поехать туда. Ля Щин, Ля Щин. Давайте вместе. Ля Щин. Отлично. Япония. Ле Жапон, Ле Жапон. Как бы он произносится через нос. Ле Жапон, Ле Жапон. Молодцы. Так, Грузия. Ля Жеоржи. Тоже красиво звучит. Ля Жеоржи. Ля Жеоржи. Отлично. Так, Монголия. Ля Монголи. Ля Монголи. Великолепно. Так, Белоруссия. Ну куда же без нее? Она практически я заговариваюсь, как всегда, да? То есть состоит из России, да, и мы добавляем приставку как бы Бьелё. Ле Бьелоруссии. То есть ля. Ля Бьелоруссии. Ля Бьелоруссии. Как-то я запуталась. Запуталась, видите, да? С Белоруссией что-то она меня подвела. Ля Бьелоруссии. Ля Бьелоруссии. Угу. Индия. Тоже нравится эта страна. Линда. Линда. Угу. Египет. Лежипта. 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 Так, Иран. Лиранна. 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 Ну и, наконец, последняя страна – США. Les États-Unis. Ох, как произносится сложно, да? Во-первых, во множественном числе. Соединенные Штаты Америки. Получается, здесь у нас артикль «ле» – множественное число. États-Unis – это Штаты Объединенные. И получается так, что здесь связочка «з» С сливается с Э, получается З, и здесь Э сливается с Ю, получается Зю. Давайте произнесем вместе. Ле зета зюни. Ле зета зюни. Еще разочек. Ле зета зюни. Молодцы. Все, мы закончили со странами, да, на сегодня. Сейчас будут предложения. Если так получилось, что я не озвучила вашу страну, хотя я в этом сомневаюсь, потому что я смотрю по статистике, кто меня смотрит, да, какие страны там есть, и я 100% назвала эти страны. Ну а если же нет, в комментариях, пожалуйста, скажите, спросите, как будет та или иная страна. Ну или можете просто написать мне в комментариях, какую страну вы уже посетили или хотели посетить бы.
Ну что же, а теперь мы разберемся с городами. Так вот, самое главное отличие, что все страны в французском языке произносятся с артиклями. Чаще всего это женский род, да, страна, она как бы женского рода, ну, название страны я имею в виду. А вот города нужно запомнить, произносятся смело без артиклей. То есть, если Париж это Пари, так и будет Пари. Никаких ни «le Пари», ни «la Пари» и так далее. Просто Пари. Запомните, это немножко грамматика здесь. Все города во французском языке без артиклей. Итак, поехали. Такие предложения идут. Первое. Париж – столица Франции. Пари – est la capitale de la France. Давайте вместе. Пари – est la capitale de la France. Еще разочек. Пари – est la capitale de la France. Можно другим способом сказать. Пари – est la capitale de France. Пари – est la capitale de France. То есть «de la» либо «до» – без разницы. Дальше. Мадрид – столица Испании. Мадрид – est la capitale d'Espagne. Вместе. Мадрид – est la capitale d'Espagne. Еще разочек. Мадрид – est la capitale d'Espagne. Так. Прага – столица Чехии. Прага – est la capitale de Tchéquie. Прага – est la capitale de Tchéquie. Молодцы. Так, Рим – столица Италии. Произносится Рим – Рома. Рома – est la capitale d'Italie. Еще разочек. Рома – est la capitale d'Italie. И последний раз. Рома – est la capitale d'Italie. Ну куда же без нашей Москвы, да, Россия? Так, Москва – столица России. Москву – est la capitale de Russie. Москву – est la capitale de Russie. Молодцы. Так, Минск – столица Беларуси. Минск – est la capitale de Biélorussie. Минск – est la capitale de Biélorussie. Молодцы. И последнее предложение на сегодня, вы уже поняли, то есть здесь суть сказать, какое, значит, какой город, столица, с какой страны. То есть в этом и есть вся методика, да, запоминания. Берн – est la capitale de la Suisse. Правда, у меня написано в транскрипции «de la», а во французском написано просто «de». Но можно и так сказать. Берн – est la capitale de Suisse. Либо Берн – est la capitale de la Suisse. Ну, вот такой вот у нас урок. Думаю, что запрос я выполнила прекрасно, озвучила все страны. И я думаю, вам было интересно немножечко сегодня путешествовать. Ну, а если вы хотите заговорить по-французски быстро, легко и не тратить время, да, то есть буквально заниматься по 15 минут в день, а может быть даже и по 5, я советую заглянуть в описание под видео, в инфобокс. Там есть замечательный самоучитель французского языка. Вы сможете заговорить по-французски в считанные дни без репетитора. Там вы найдете более 800 фраз, 500 слов. И там просто очень легко заниматься. Переходите по ссылке в инфобоксе и знакомьтесь с этим самоучителем. А я с вами не прощаюсь.